Там на реализацию госпрограммы на 2016 год законопроектом предусмотрено бюджетное ассигнование в объеме 46 миллиардов 652 миллиона или 60% от объема средств в соответствии с действующим паспортом программы. То есть есть паспорт программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона, и мы сегодня видим в этой ситуации практически финансирование предусмотрено всего на 60%. Поэтому наш комитет предлагает Государственной Думе закон о бюджете на 2016 год отклонить. И по регламенту мы имеем право практически дважды возвращать на доработку правительства с нашим присутствием. Почему вы не приглашаете нас, мы сегодня профильный комитет, почему даже не ставите в известность? Не даете возможность нам защитить жизненно важные статьи Дальнего Востока и Забайкальского региона. Ну а если говорить в целом по бюджету, то по социальным статьям идет уменьшение социальной статьи, для того, чтобы наши избиратели понимали, это речь идет о здравоохранении, об образовании и другие статьи, которые защищают социальные вопросы. Ну, урезание где-то в сравнении с текущим годом примерно на 8,5-9%. Я думаю, что это почувствуют наши избиратели. И в то же время, тогда, когда мы рассматриваем бюджет, мы не можем понять, почему закладывается колоссальный резерв. Примерно 752 миллиарда рублей. Их сегодня не рассматривают. А как бы в резерв? 342 миллиарда – это резерв по решению президента. Он будет распоряжаться этими деньгами. 62 миллиарда предусмотрено на решение правительства. Ну, есть там и космические, и другие разделы. И в то же время, если поглядеть внимательно, ну, я думаю, что избиратели, конечно, не доберутся до этого бюджета. Где-то 1 триллион 200 миллиардов, по сути дела, не рассматривается. Как бы за скобками бюджета. Мы и так видим, что напряжен этот бюджет. Ну и, по сути дела, наш комитет не удовлетворен. Что касается Дальнего Востока и Байкальского региона, социально-экономического развития, мы хотели бы, чтобы либо перед нами, либо с нашим участием бюджет формировался и рассматривался, и расписывали все статьи. Те статьи, по которым целый год будут жить именно вот эти вот регионы.